Добрый день, дорогие друзья! С вами Леонора, я приветствую вас на своем канале. И сегодня мы с мужем приехали на Белый колодец. Я покажу вам достопримечательности этого места, довольно любимое место воронежцев в летние дни. Оставайтесь со мной. Вот такой интересный вход к пляжу. Висят разноцветные яркие оранжевые ленточки. И красивого цвета вода. Есть шезлонки, довольно чистый песок. Приятные ступеньки. И изумрудного цвета вода. На фоне белых гор и зеленых деревьев это смотрится все великолепно. Вот я вижу на пляже свадьбу жениха и невесту, которые приехали сюда для фотосессии. Фотографии на фоне гор и изумрудной воды, наверное, будут смотреться великолепно. Очень красивы вот эти две башни, которые образуют как бы вход. Песочек очень миленький, но очень-очень приятный для хождения по нему. Очень-очень красивое место. И вот всюду идет реклама, что здесь есть автоспортивный детский клуб. Вода спокойная, здесь очень слабенький ветер, хотя сегодня очень ветрено. И вот горы, горы, горы. Thank you.
меня довольно мало людей, потому что впереди 1 сентября. Родители готовятся к началу учебного года. Ну, а некоторые продолжают отдыхать. В Воронеже все еще лето. Возле воды в Осоке довольно красивые заросли облепихи. И она вся усыпана ягодами. Урожай в этом году хороший. Кто не собирает вкусную и полезную ягоду? Очень красивое место. Я представляю себе, что здесь творится в жаркие июльские дни, когда в Воронеже около 40 градусов. Сейчас, конечно, все уже поспокойнее. Но люди все-таки присутствуют. Есть место для кемпинга, где можно остановиться с палатками. Ну и вот здесь продолжается фото- и видеосъемка наших молодоженов, у которых сегодня праздничный день. Импровизированная рукотворная спираль, каменный лабиринт. Ну, это уже, конечно, современное дело рук человека. Но тем не менее, красиво. А здесь лежит вот такой интересный камень с интересными волнистыми такими линиями. Не знаю, принесли его сюда или здесь он так был. Такой ровный срез камня. Возможно, поэтому на входе висят ленточки оранжевого цвета, как напоминание об облепихе этого места. Очень вкусная облепиха. Я уже попробовала. И это настоящее украшение этого места отдыха. На склонах уже сухая трава колосьями. Но вы знаете, даже в этот период времени, в конце августа, смотрится это все великолепно для тех, кто действительно любит природу, любит ее красоту. У каждого периода свое очарование. На противоположной стороне озера более организованный пляж. Там есть детские горки, есть аниматор.
кураторы. Как я уже показывала, есть беседки для отдыха, для тех, кто любит шумно проводить время. Но со всех сторон места очень красивые. Как вы видите, это место окружено полностью горами. И получается как бы яма. Поэтому и получило это место название «Белый колодец». И здесь вот есть легендарный стол, по мнению типичного Воронежа. 17 публикаций в СМИ, 248 тысяч просмотров. Больше, чем у клипов Киркорова, 310 комментариев и 173 постов не подключен к сети. И вот такой стол, который стоит на краю озера. Вид с другого ракурса, где все такие же белые горы, люди, стоящие в воде, делающие фотографии, осока по краю озера, и вот люди между двумя белыми башнями. Фотографии там, наверное, просто очаровательные. Но по тропинке подниматься довольно сложно. Хотя для молодых людей все под силу. Звучит музыка, люди отдыхают. И осока с облепихой. Там небольшая беседочка, и люди отдыхают. Любящие экстремальные фотографии продолжают лазить по скалам-близнецам. Конечно, высота там не маленькая. Это я вам приблизила съемку. Но молодцы, молодцы. Рискуют ради крутых фоток. Вода необыкновенно теплая. И очень-очень чистая. В этом есть даже свои плюсы. Когда мало людей, и можно спокойно поплавать и насладиться чистотой воды и красотой этого места. Очередная свадьба, очередная фотосессия, и это место счастливое для всех молодоженов. Самые памятные моменты фиксируются на фоне белых гор. Жених в зарослях.
соки и облепихи. Здесь есть небольшая смотровая площадка, и у этого места есть свой страж. Сейчас мы с вами поднимемся и посмотрим, какие виды открываются на смотровой площадке. Довольно панорамный вид. Большая площадочка с обзором. Красивое место. И вот он, пляж с высоты. И страж этого места. Цепями на руках. Как символ того, что робот должен быть подчинен человеку. На волейбольную площадку, где играет молодежь, парковку. Дорогие друзья, такое небольшое путешествие, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда рада снимать для вас нечто интересное. Флаги развиваются на ветру. На фоне яркого голубого неба, прекрасных белых облаков. И вот надпись «Белый колодец». Белый колодец прощается с уходящим летом. Впереди нас ждет сентябрь, золотая осень. И я, дорогие друзья, желаю всем вам доброго здоровья, отличного настроения. Оставайтесь со мной и с моим каналом. Десерта вид с высоты двух стражей, двух башней близнецов. Видно, что это меловые горы. И нашему взору открывается.